Всех приветствую в своем новом обучающем видеоролике. В этом видео я вас научу рисовать елку и дерево. То есть все поэтапно объясню, покажу. Это в общем обучающее видео. В общем, давайте будем приступать. Сейчас я установлю камеру получше. Оп. Вот так вот. Тихо. Берем коричневый карандаш и начинаем вот тут рисовать. И вот так вот, собственно, мы делаем. Оп. Вот тут мы вот так вот рисуем. Тут тоже. Так, далее нам нужен зеленый карандаш. Его нужно немножко подточить. Для этого берем точилку. В целом нормально. Рисуем листву, так сказать. Так, тут рисуем абсолютно так же. А вот это вот тоже зарисовываем. Можно чуть побыстрее, в темпе. И вот так вот берем, чтобы все четко и ровно получилось. Тут вот так красим. И вот эту вот область тоже. И начинаем водить. Хоп. Все. Теперь рисуем вот эту часть. Давайте покажу, что у нас пока что имеется. У нас имеется вот такое вот дерево. Я показал вам, как его делать. И, собственно, давайте будем приступать дальше. Поэтапно покажу, как сделать елку. Давайте будем приступать. Но для начала нам надо докрасить дерево. Вот эту часть. Так вот красим. Подстерся наш карандаш, подточим. Так, вот тут вот так вот делаем. И в принципе вот эту часть тоже нарисуем, кустик. И далее начинаем рисовать елку точно таким же карандашом, только надавливаем, чтобы она была более темная. И
И вот так вот такими движениями, собственно, рисуем. Чуть-чуть поточим. Бля. Так. Так пойдет. И дорисовываем елку. Эти шишечки не трогаем. И вот так вот рисуем. Тоже рисуем. И далее добавим шишечки. Хоп, 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 хоп. Собственно, можно еще чуть тут подкрасить, чтобы стало более такое свежее. В общем, вот такую картину мы с вами имеем. Мы сегодня нарисовали елку, то есть вот, и дерево нарисовали. В общем, я вам все объяснил. Надеюсь, у вас все получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.